Ксения Бобров, город Санкт-Петербург. 35 лет! Поехали! Черный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий затяг. А моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. И когда я бабуль заскочу на минутку, мы с ней его весело пьем. Ведь у нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. А моя бабушка курит трубку. Грабит и жжет их фрегат, пощадит стариков и детей. Да у меня ничего не осталось, у меня в кошельке 3 рубля. А моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Ксения, Ксения, что вы творите? Так нельзя на музыкальных конкурсах. Это запрещенные приемы. May I sing for the water? Yes? Each time you leave me, I should lose the control. I'm walking away with my heart ever so. I can feel it when I'm deep in love. Oh, baby, darling girl. Да нет, у меня такое ощущение, что когда человек терять уже больше нечего, он вышел, и все. И выдает уже все, что больше уже потом ничего нельзя выдать. Здесь немножко попахивало, извините, и кабачиной, и всем чем угодно. Священника позвольте. Мне не надо никаких священников. Я говорю то, что я чувствую. Я не услышал ничего. Все проорало, пробегало, про... Не знаю. Мне не очень... Would you know my name if I saw you in heaven? У Ксении просто будильник выставлен на разные рингтоны. Она через определенные промежутки времени просто начинает петь. Хочешь такой рингтон себе на мобильный? Позвони на канал «Россия» на главную сцену. Ксения, дайте высказаться членам жюри, потому что сейчас решается ваша судьба. И с каждой новой песни вы ставите новые задачи для них. Уолтер. Но я бы сказал вот. Я хочу быть первой в очередь пойти на твой концерт. Вот! Вот. Ты очень мне понравилась. И вы говорите «да». Я говорю «да». Сергей? Очень интересно. Я говорю «да». Вот так вот петь на разрыв. Это дорогого стоит. Вы не могли бы пройти за рояль и показать нам, как это делается по-настоящему? Впервые за роялем легендарный основатель, рок-музыкант и просто хороший человек Сергей Чиграков. Поехали. Они спели мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр под фасовый мотив и стихи, и всю жизнь полу
получать гонорар. Сергей Чиграков, пиано! После этого хочется сказать, мечты сбываются. Юрий Михайлович, ваше мнение? А мое мнение, да. Потому что я вижу потенциал этой исполнительницы. Потенциал, понимаете? И я говорю, да. Это значит, что вы, Ксения, проходите дальше. Проект «Главная сцена» для вас продолжается. До встречи на канале «Россия».